делаю сопровождение, это большая семья. Как раз представители этих ребят. Так, ребят, если нужно сопровождение, обращайтесь, поможем, подскажем и довезем до Мексики. Гарантирую на 100% вместе со мной, как я сегодня еду, вот как раз с представителями семей из Узбекистана. Так, ребята, у нас уже посадка на рейс. Мы летим через Евросоюз. Далее я передаю наших клиентов нашему представителю, партнеру, юристу из Евросоюза, который довезет их до Мексики и уже дальше сопроводит их на линии аэропорта, чтобы они уже оказались в стране. У нас все официально, у нас все легально. Мы знаем требования норм международного права, которые можно использовать, чтобы граждане СНГ не разворачивали в аэропортах Мексики, Канкун, Мексико-Сити и так далее. Так, мы идем на рейс. Удачи всем, будьте с нами и заказывайте услугу сопровождения юристов. В настоящий момент это самая-самая, я бы сказал, актуальная услуга, которую можем оказывать мы, находясь и в Москве, и в Евросоюзе, и в Мексике. Удачи всем, пока!